Что ты думаешь про отечественные игры? Или же, что ты думаешь об играх про отечество? Как тебе недавно вышедшая смута? Но смуты мы здесь не допустим, у нас на родине. Наша игра так и называется. Родина. Если точнее, то Родина онлайн, которая вышла в открытое бета-тестирование, то есть в финал очку. На андроиде можно ее легко найти и скачать. Ну а я специально для тебя оставлю ссылку в описании и в закрепленном комментарии, чтобы ты не бегал по всему плеймаркету, как в жопу стрельнутый. Ну а мы отправляемся на родину. Вперед со мной, за приключениями! За Нарнию! А, что? Где я? А, я на месте. Так, только у меня на родине документов нету, надо приобрести. Человеку без документов строго воспрещается существовать. Тебя слишком долго не было, и они годились только для покупки билета в один конец. И вот ты на этом конце. В прямом смысле. Так, а где мне новые взять? В мэрии, конечно. В мэрии? Правда, придется повозиться. Окей. Есть и другой вариант. Ну-ка. Если не собираешься ими особо светить, ну-ка, то мой знакомый, настоящий ювелир в делах типографии, за скромную плату в 100 тысяч рублей избавит тебя от этих хлопот. Давай! Благотворительностью не занимаюсь. Я же сказал, что за скромную сумму... А хрен ли ты предложил тогда? Так ты ж... Так я ж согласился. В чем дело? Есть и другой вариант. Да-да, ты как всегда. Не забудь только уступить бабушке очередь. Ты ведь у нас такой правильный. Ты чем слушал, жопа? Я только что согласился. Ну эти, твою мать, погнали за документами. А ты что тут стоишь? Тоже без документов ходишь? А, собака. Пошли со мной, мне скучно одному. Моему бы кузену похлебало бы надавать, ишь как со мной разговаривает. Еще грубит тут что-то. Предлагает свои варианты, а потом отказывается. Че заднюю-то даешь, а? Этот парень был из тех, кто просто любит есть. Ну там просто на заднем фоне играет музыка, а еще я хочу есть. Сейчас за авторские права мне тут прилетит нахрен. Ну что, поехали? Обрати поехали. Внимание на мини-карту. У тебя появилась метка. Построился. Опять! Куда нужно ехать? Демобилизация! Ну я тут, конечно, во многом сориентировался уже. Я умею управлять своим мотоциклом. Так, ох ты, бог ты, реклама. Надо бы как-нибудь зайти, прикупить себе парочку апельсинчиков. Ай, гандон чуть не сбил, а я еще документы не получил. Сейчас мы в эту мэрию не то что зайдем, мы сейчас как заедем, чтобы показать, кто тут у нас пришел, кто тут папочка. Давай, сейчас как эпично ввалимся, во! А, эпично не получилось, ну ладно, пойдем пешочком. Как все нормальные граждане. Мы ж нормальные граждане, мы должны получить документы. Вау, а у вас тут чистенько. А шоколадки, шоколадочки там высматривает чувак. И лимонадик. Ой, няма какая. Почем стоит? Чувак, мне бы документы. Ну, допустим, 35. Эй, я теперь официально гражданин. Да. Теперь с документами полный порядок. Чем планируешь заняться? На диване пропердеть всю жизнь. Чертовски хороший вопрос. Если б я знал на него ответ, то непременно бы уже работал сам в этом направлении. И тебе, будь уверен, ничего бы не сказал. Ну и пошел нахрен. Мой знакомый Василий вот, работает на вот это деловой разговор. С этим вокзалом. С этого надо было начинать. И скажи, что от меня. Окей, ну что, здорово, я теперь один из вас. Эй, чё за кис? Чё за виска салапа? Эй, ой, ладно, извини, пожалуйста. Бляха-муха, именно ради бесплатных мопедов для новичков стоит зайти в эту игру. Ни в одной подобной РПшке я еще такого не видел, чтобы мопеды были бесплатны. Ну хотя бы для новичков. Это ж классно. То есть реально не надо тратиться. Василий! Я приехал, мне жрать нечего, работа нужна срочно! У меня нет времени. Говорю, у меня тоже. Тебе нужные права. Дай работу. Ты слишком работу занят. Дай. Опять ко мне очередного бездельника. Да иди ты нахрен. Павел, дай подумать. Ты не выглядишь как один из... Да, я его родственник. Кем ты ему... Кузен. Видишься? Работа нужна. Видишь, вот так бы сразу. Стоит. Нет, не вижу. Его нужно разгрузить. Ща все будет. А что это, мне еще с костюма внешность поменяли? Я, по-моему, постарел. Почтальон, почтальон. Летит твою налево, как же это все тяжело. Да ладно, я притворяюсь. Давай побежали побыстрее, чтобы хоп-хоп-хоп-хоп. Быстрее работу заработать. Давай, 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 мужики. Давай, по-быстренькому сейчас все сделаем. Давай, быстрее не ломаемся. Мы ж почтальоны.
Так, а я не понял. Это кто тут стоит, прохлаждается? Это вы из-за таких, как ты тут, мне Василий работу давать не хотел? Ты что, охренел, что ли? А ну давай за работу! Давай за работу! Ты что, какой широкий? Что, какой непробиваемый? О, мужик. Еще один мужик, да ладно. Ха-ха, походу такой же, как и я, новичок. Так, пустите меня. А, еще один приехал, прикинь. Ха-ха, здорово, мужики! Мужики! Как дела? Как теща? Как жены там ваши? Не знаю. Что вас еще спросить? О чем обычно говорят грузчики, почтальоны? Ну я все закончил. Зашибумба! Ха-ха! Но главное, что заплатил. А как же? Мы с Василием в последнее время не в самых хороших Мне насрать. Так что он мог бы тебя кинуть. Ах, он собак сутулая. Ладно, давай перейдем к нашим тараканам. Окей. С документами. А что не к пчелкам? Вопрос решен. Что насчет водительских прав? Давай. Как и с другими документами. Можно решить по старинке через заучивание билета. Ой, гемор. В школе. А можно через моего знакомого. Давай. Ты че меня слушаешь? Да пошел ты в жопу! Деньги! Деньги-шменьги, да понял я. Сначала на права сдам. Здравствуйте, девушка. Девушка, дорогая, подскажите мне, пожалуйста. Мне очень, очень нужны права. Очень. Так, это здесь. Сложно. Ну давай выберем автомобиль! Погнали на наш первый экзамен по вождению. А теорию мы сдавать не будем, ой. Ну вот и здрасте. Сейчас мы тихонечко все сделаем. Извините, пожалуйста, я вашу машинку немного помял. Тысячу извинений. Пардон. Ой, бывает. Ничего страшного. Я всего лишь тут пару царапин оставил. Если что, я научусь парковаться. Я научился парковаться, и я думаю, это достаточно. Теперь учимся выезжать. Ну что, погнали? Я думаю, что я не сильно накосячил, хотя я тут пару раз перепроходил на самом деле. Вот решил по-нормальному поехать. Мы потихонечку, полегонечку поедем вперед. Вот тихохонько прям, чтобы никого не задеть. Давай потихонечку, как бы это сейчас странно не звучало. Не собьем никого. Иисусе Христе. Извините, пожалуйста, газель собак чуть не сбила. Я так понимаю, это стандартное обучение. Остановки, парковки. На красный и зеленый цвет. Смотрим. И едем. Вот и при водительских правах. О, да! Тебе пригодятся, ведь все Конечно. Самые большие деньги делаются за городом своими руками. Смекаешь, о чем речь? Понимаю. Ну вот я при водительских правах. Хе-хей, я просто счастлив. Чувак, чё за кис? Как сонная муха стоишь тут. Я не могу просто. Классная игруха. На самом деле, можно общаться со всеми игроками. Этот, видимо, тоже счастлив. Чуть меня собак сутулая тоже не сбил. Ну вот и все, возвращаемся в родную вселенную. Вау! Ой, гребаный шкаф, чего там только у меня нет. Ну а я напоминаю тебе, что ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Я специально для тебя оставил все-таки эту ссылочку, чтобы ты поиграл вместе со мной, поиграл как я и поиграл больше меня. Так что скачивай игруху, она бесплатная. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов, на мою группу во ВКонтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя где-нибудь на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос!